Здравствуйте, с вами Елена Смирнова. Сегодня хочу поделиться с вами новым майнингом по сбору Litosh. Значит, добро пожаловать в наш виртуальный майнинг. Это главная страница, что нам предлагает. Три простых шага. Первый шаг – регистрация. Очень простая. И получить 5 МХС в подарок дают. Второй шаг – приобрести мощность. Больше мощности, больше прибыль. Третий шаг. Получать доход. Получайте пассивный доход и увеличивай его, собирая бонусы. Очень интересный майнинг. Ну, это вот курсы. Litecoin, Bitcoin, Litecoin, USD. Доги, BTC, Доги, USD. Значит, смотрите, вывод без вложений, независимо от того, пополняли вы баланс аккаунта или нет, можно выводить без вложений. Если вы активный участник проекта, привлекаете рефералов и получаете различные бонусы от проекта, то вам доступен вывод накопленных средств по достижению минимальной суммы. Бонусы проекта. Смотрите, кроме стабильного пассивного дохода в проекте реализованы бонусы. Каждый участник может получать каждые 4 часа небольшой бонус от проекта, а также читать рекламные сообщения других участников, получая за это вознаграждение. Очень хорошо. Доходность проекта. Партнерская программа. Так, партнерская программа 10% от пополнения баланса аккаунта вашим партнерам. Так, начисляется в Litosh. Полученные средства доступны к выводу в любой момент. Замечательно. Минимальные суммы для пополнения. Я, конечно, буду пополняться. Минимальная сумма для пополнения 30 Dogecoin или 0.3 USD. Это 30 центов. Это небольшая сумма. Максимальная сумма не ограничена. Минимальная сумма для вывода. Минимальные суммы для вывода также 30 Dogecoin или 0.3 USD. 30 центов на вывод доступны. Минимальная. Накапало 30 центов, поставили на вывод. Так, на платежную систему Payeer. Максимальная сумма не ограничена. Выплаты в ручном режиме. Далее, что вот здесь уже правила ФАУ. Мультиаккаунты строго запрещены. Это я уже тут прочитала. И я зайду в аккаунт. Я только что зарегистрировалась и еще ничего не делала. Значит, после регистрации. Регистрация очень простая. Имя, почта, пароль. Разгадываем капчу и попадаем сразу же в кабинет. Вот так вот наш симпатичный кабинет выглядит. И нам нужно что? Для начала работы подтвердите email на странице профиль. Давайте нажмем подтвердить. Я не подтверждала ничего. Значит, здесь что? Смена пароля. Ваше имя сохранить. И что? А, фото еще можно. А, и указать кошельки можно только после подтверждения email адреса. Я еще ничего не подтверждала. Нажимаю «Отправить». Проверочный код. Я поставлю на паузу, вставлю проверочный код, подтвержду и продолжу видео. Я подтвердила свой аккаунт. Подтверждение выполнено. Мне пришло письмо в папку «Спам», так что проверяйте папку спам. Далее что? Вот у нас есть шапка слева. И такая же самая. Вот пополнить баланс. Купить мощность. Вывести средства. Значит, партнерская программа. И сверху такая же самая. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Значит, здесь будет находиться наша партнерская ссылочка. Кому интересно, свою я оставлю под видео. Так, партнерская программа – это бонусы. Давайте посмотрим бонус. Нам должны дать.
Так, бонус доступен каждые 4 часа. Для его получения нажмите на кнопку. Так, какую кнопку? Что-то я не вижу. Кнопка будет, активна через 30 секунд. Угу. Хорошо, ждем 30 секунд. Появилась кнопочка. Нажимаем «Получить бонус». Так, бонус, так, доступен до следующего бонуса осталось, что у нас сейчас пойдет отсчет времени. Звенчика грузится и пошел отсчет времени. Замечательно. Так, значит, финансы, что у нас здесь? Ага, пополнить баланс. Значит, вот так. И кошельки надо прописать. Кабинет. Так. Купить, вывести. Ну ладно, давайте так пополним. Так, я буду пэйр. Поставлю на паузу и пополню баланс. Так, я пополнила баланс. Значит, теперь что у нас? Купить мощность. Так, у вас один USD я пополнила. Так, значит, хочу купить. Значит, отдам USD один. Так. Точка, не знаю, так я делаю. Делаю все в режиме онлайн. Отдам ее, хочу купить МГХС. Ага, это здесь МГХС. Максимум для покупки. Так. Сейчас будем разбираться. Значит, вот сюда вставляем в нижнюю строку, если кто захочет пополнить, я уже говорила, 30 центов минимум сумму. Если 30 центов 0.3, я вот так как у меня 1 доллар и у меня 10 мощности. Значит, нажимаю купить. Ага, вот вы успешно купили. Мощность у меня вверху была написана. Все. Теперь я буду собирать каждые 4 часа бонус. Вывод, естественно, я буду делать видеообзор. Я не просто так пополнилась. По отзывам этот майнинг, он платит. Вот теперь смотрите. Ваша мощность. Моя мощность 15. Вот эти МХС. И мне будет капать денежка. Вот добытая. Вот. И здесь как бы история аккаунта. Подтверждение, бонус, пополнение баланса, покупка. Кому интересно, присоединяемся. Можно зарабатывать, как я сказала, без вложений. Получая каждые 4 часа бонусы. Ну а если хотите быстрее, можно, конечно, пополнить. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.